into your eyes and I see everything you've done. Now open up your heart and give me na 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 na. По пейзажу точно. А что за город такой? Готика. Друзья, сейчас мы идем работать как настоящие бременские музыканты. Выходим на улицу, открываем чемоданчик, понимаете? И посмотрим, как бельгийская публика будет на нас реагировать. Берем саксофончик. Закончится все в наручниках, как положено. Зато будешь там вспомнить. Главное, ага, мы зажигаем. Сангай. Называется три дебила, это сила. Бля, Валик выгонит нас из мотоцикла. Давай эту тему сделаем. А вот. Ну что, мне тоже купить баночку и сняться рядом с вами? Куплена.
присоединитесь что, мне? К нам, конечно. Так, надо удалить немножко, ну отойти чуть дальше. Вот откуда у меня пузо. Вот от таких голов. Да, это рулит. Ну, за встречу. За встречу. За встречу. Нет, за встречу. В 2030 километра по дому мы уехали с нашими долгими. Да, и приехали к друзьям за 2000 километров по нашего дома. Так что, друзья, давайте выйдем. За нашей депрессивной Бельгии хочется жить, когда они приезжают. Самое когда главное, что когда это душу, Саундстрок, да, бренд нашего... Солнце, день, нашего ветер, веселья и позитива нашей страны. Давай, знаешь, вот так сделаем. Вау! Попаду тоже в карту. А ну сейчас. О! Мы знаем, как я там. Вы узнали, как я вас. Друзья, мы находимся в Бельгии с нашими друзьями и взятые по-настоящему. Пьем хорошее пиво, солнце нас радует. И у всех как нам надо. Вроде ровно. Все, давай, давай, бедрами и отпускаем валик. Антон, а ну докажи, что здесь Саундстрок ходит. Вылези в окно, вылези. Порше Каене. Я руку могу вытащить. Я выпил 3 бутылки пива. За себя не отвечаю. Так как здесь скорость набирается очень быстро. Но плюс в том, что здесь кресло кожаное. Да, не знаю. Главное не какать. Главное, что... Главное не включать спорт режим. Потому пятна, что мы как-то включили. Пятна не останутся. Я сделан из мяса. Доказательство. Это просто, конечно, страшно. Это американские горки по-бельгийски. Вот так. Я вам скажу, друзья, что все, что не делается, все к лучшему. Мы сидим в Порше Каене, и мы едем по пробкам, как настоящие вообще гламурные типажи. Да. И в руки, то, правой руке... Потому что у нас тут американские горки по-валиковски. По-валиковски. Да. Потому что если бы не валик, я бы не знаю, я бы не какал еще неделю, понимаешь?
Благодаря Вадику я за один день, за один час сразу два раза опорожнил. Короче, у тебя проблемы, у тебя проблемы с тем, что ты не можешь какать. У тебя забор. Садись машину Порше к Валику, и все проблемы сразу решаются. Драчка будет отменная. Валик и Порше. Зажигаем вместе. Система «Летящая ласточка». Но все-таки мне кажется, что у него, у Валика проблемы с газом. Да. А тормоз вообще не работает. Это реклама. Реклама от таблеток, от заборов. Да, да, да. Блин, я не удел остался. А ты иди сюда, я тебя обниму. В одном кроссовке. Друзья, если вы видите это, значит, что мы по-настоящему счастливы, потому что мы с нашими друзьями, Кларисой и Штефаном, находимся в Бельгии. И это очень здорово. Антон, теперь главное, чтобы моя жена меня не ревновала. И Штефан такой... Я уже цивилизованный, мне нельзя ревновать. Здесь цивилизация. Здесь даже жена изменяет, ты должен кофе принести. Вау! А я не знал! Есть другие законы, ребята. Есть права человека. Права человека это... А человек только женщина. Женщина и геи. Да, вот, ты понял. Европейскую политику. Извини, у тебя... И дочка приходит к отцу, говорит, ой, где мама, и мама говорит, но мама уже все давно решила. Понимаете, там фишка. Должно все решить. Если бы дочка не будет пить дома. Папа, пожалуйста, я хочу на дискотеку. Хорошо, я на дискотеку, но максимум час, полтора, все. Так, все. Папа, хорошо. Мама убивается, называется... А знаешь, это вам музыкант говорит. Поверьте мне, говорю как музыкант. Не дай бог, ты музыкант. Не дай бог, ты не музыкант. Все музыканты такие же сидят. А что, нет? Нет, чувак, это знаешь, сынок, ты не знаешь?
Браво! Браво! Ви можете! Приємного! Down on the corner, half a mile from here, I see them vulture running, and you want them coming back with our love. Woo! Where would you be now? Back in the